Мужскую сборную не узнать. В составе новые лица, а тренерский штаб и вовсе изменился полностью. Эдуард Кокшаров со своими помощниками, в том числе чемпионом мира испанцем Давидом Дависом, готовит Россию к выходу на чемпионат мира. Руководители Федерации гандбола поддерживают ребят. Такой человек, как Кокшаров, но, видите, человек достаточно жесткий, такой, достаточно прямолинейный. Наверное, сегодня здесь не нужна дипломатия. Все, сейчас не до дипломатических переговоров, трюков и договоренностей. Кто с нами, тот с нами. Кто против нас, тот в сборную не приезжает. А таких ребят нет, отказников нет. Федерация пошла на то, чтобы стала привлекать иностранных тренеров. Почему это важно? Потому что мы видим, что техника игры нашей сборной, она какая-то стала очень предсказуема. То есть все понятно, что сейчас будет происходить. Я как-то даже сидел у телевизора, комментировал Сергея Николаевича, просто как сам, как просто награшил гандбол человек. Вот что сейчас будет происходить? Я вижу это как защитник. Куда надо двигаться, чтобы блокировать наших ребят? Видно все, понимаете? А надо сделать так, чтобы они были непредсказуемы. Тактическое – это, в принципе, простота действия и понимание гандбола. То есть не принимать решения заранее, а именно играть по ситуации. Потому что каждая ситуация прогнозируема, и правильность игры и правильность понимания этого всего как бы дает свой результат. Это не сложно, это просто надо немножко покопаться в голове, себя настроить на эти движения и выполнять. Самый обсуждаемый игрок команды на сборе в Новогорске не появился. Константин Игропула должен прилететь сразу в Питер, где сборная 26 октября сыграет со Словакией. Топовый игрок не только наш, российский, а мирового гандбола. Поэтому, естественно, его возвращение – это громкое событие, которое мимо никто не пропускает. Мимо это событие, все об этом говорят, пишут. Ну, естественно, это и для нас большой плюс. Наша мужская сборная. Новый главный тренер, олимпийский чемпион Эдуард Кокшаров. Новый состав, возвращение в команду Константина Игропула. Санкт-Петербург встречает первый отборочный матч чемпионата мира. Россия, Словакия. 26 октября. Сибур-Арена. Билеты на kassir.ru и getticket.ru. Все подробности на сайте Федерации гандбола России.